Всем привет! Сейчас в тренде обсуждение двух новогодних поздравлений нынешнего президента Владимира Зеленского и бывшего Петра Порошенко, которые показали на двух телеканалах «Прямом» и «Пятом». Не буду анализировать, что именно подвигло Петра Алексеевича выступить в канун Нового года. Некоторые говорят, что он хотел отомстить Зеленскому за его прошлогоднее поздравление, появившееся перед президентским на канале 1+1. Но я думаю, он просто хотел напомнить о себе народу, особенно тем, кто так усердно возглавлял бывшего, а теперь мочит теперешнего президента в социальной сети Facebook. Ведь лидер, если он лидер, хоть иногда должен являть людям свое лицо и говорить что-то умное. Сразу нужно отметить, что оба поздравления совершенно разные. Очень пространное и лирическое Зеленского, похожее на социальную рекламу, и короткое, вроде бы более деловое, Порошенко. Команда Зеленского, как всегда, стремилась удивить зрителя, показав ему что-то необычное. Необычного действительно было много. Зеленский любит разрушать традиции, и он себе не изменил. В его выступлении не было отчета о проделанной работе, не было и новых обещаний. Довольно артистично, ведь он артист. Зеленский рассказал нам о том, какие мы все разные. И о том, что нам, таким разным, надо учиться как-то уживаться друг с другом в пределах одной на всех страны. Мы с вами дуже різні. Так хто ж ми? 73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня, чи ті, хто 7 січня? Хто знайомий 100 років і хто зустрівся у 2014-му? Ті, хто зробили найбільший у світі літак і хто ставить заглушку замість ременя безпеки. Читаємо Жадана чи слухаємо Маруф? Дивимось іронію долі чи дивимось один вдома? Вболіваємо за Динамо чи за Шахтар? Чи разом за Ломаченка та Усіка? Ті, хто святкує 8 березня, чи навпаки вважає його пережитком совка? Ідемо в неділю до церкви, чи нічого не робимо в суботу? Ми ті, хто кажуть «Я тебе кохаю» або «Я тебе люблю». Так сказать, единство противоположностей, как раньше говорили марксисты, и должно по Зеленскому стать нашей общенациональной идеей. Мол, нам нужно научиться уважать друг друга, терпимее относиться к разным языковым, религиозным и политическим группам внутри страны ради сохранения единой Украины. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. І давайте пам'ятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони б не народилися. Посил, в принципі, правильний. В тому, що ми всі дуже різні, нет никакого сомнения. Но очень трудно вериться в то, что завтра, послезавтра или, скажем, через год парохоботы померятся с Зе-командой. Или, например, украинские националисты признают равноправным на территории нашей страны русский язык, на котором, кстати, говорит большинство жителей Киева. На мой взгляд, изложенная теория единства по пути примирения выглядит весьма утопичной. Нужно учитывать и то, что та часть населения, которая в силу разных причин не смогла уехать за границу на заработки, постоянно нуждается в деньгах. Особенно в провинциальных городах и населенных пунктах, где существуют большие проблемы с денежной работой. А кто платит, тот и заказывает музыку. Ведь не случайно, сразу же после наступления Нового года, в Фейсбуке появились многочисленные однотипные посты со средним пальцем перед изображением выступающего Зеленского. Естественно, еще не зная содержания речи президента, эту акцию подготовили заранее. А дальше парохоботы уцепили за слова Владимира Зеленского о том, что не имеет значения, как называется улица, если эта улица как следует не обустроена, ну и так далее. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятник, ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати.
В отличие от Зеленского, я считаю, что название улицы имеет значение и должно соответствовать духу времени, в котором мы живем. Но гораздо более важно, как эта улица заасфальтирована, осветлена, каково состояние домов, расположенных на этой улице. Если Зеленский имел в виду, что это намного важнее название, то он абсолютно прав. Теперь о поздравлении Петра Порошенко. Он снова напомнил нам о тех делах, которыми хвастался перед выборами. Перечень еще незавершенных дел не изменился. ЕС, НАТО, армия, язык, вера. Мол, еще не все утрачено то, что было заложено при нем. И перспективу членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, и мову, и веру, и армию. Вскользь Порошенко также озвучил тему единства страны. Но его идея единства прозвучала не слишком внятно. Очевидно, стремясь существенно сократить выступление, пиарщики Петра Алексеевича упустили какие-то важные слова. А может быть, этих важных слов у них и не было в запасе. И незалежно від того, хто за кого голосував на виборах, ми всі українці. Ми всі єдиний український народ. І я хочу, щоб в новому році для кожного з нас синьо-жовтий прапор єдності був важливішим, ніж партійні кольори. І щоб попри внутрішні розбіжності ми зберігали солідарність перед зовнішніми викликами. Разом ми сильні. Я думаю, що поздравлення не мало особої ідеологічної направленості. Просто нужно было напомнить о себе людям, чтобы не забыли его окончательно. Таким образом, обе основные противоборствующие политические силы призывают нас к единству. Хотя в изложении каждой из этих сил тема единства звучит по-разному, думаю, что главной задачей обоих выступлений было привлечь к себе как можно большее число сторонников. Потому как политический рейтинг – это величина реальной, а не условной власти лидера. Так уж сложилось у нас в Украине. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Как говорится, далее будет.